Здравствуйте, дорогие друзья! В наш центр обращаются родители с детьми разного возраста, начиная с 2 лет и старше. Дети приходят с разными диагнозами – моторная аллалия, аутизм, задержка психического развития, ринолалия. Диагнозов много, а суть одна – ребенок не говорит или говорит так, что его с трудом понимают мама и близкие люди. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Издалека, не побоимся этого слова, из Германии, из города Ганновер. Понятно. Чем Ганновер вас не устроил? Нас не устроило много в Ганновере, скажи, к сожалению. Нам не смогли там помочь. Мы обратились еще в 2 года, когда Левушке было, к местным эскулапам по поводу того, что ребенок вообще не говорил, не произносил ни то, что ни одного слова, даже ни одного звука, и ничего не повторял. Лена, здравствуйте. Добрый день. Да, хотела спросить, с какими проблемами вы пришли к нам в центр? Какой был талант, когда он пришел к нам 2 года тому назад? Да, это совершенно был другой ребенок. Он пришел, ему было 3,5 года. В этом возрасте он не понимал обращенную речь. Единственное, он мог, может быть, там вот на «дай» как-то среагировать, вот что он держал в руках, и «иди кушай», это точно он помнил. И, возможно, иногда он говорил «мама». Изредка он проговаривал звук «а», если его попросить, но это было очень, как сказать, если он говорил «а» в ответ, это было прямо вот для нас чудом, и мы все радовались. В нашем центре мы подходим к ребенку комплексно, в зависимости от его особенностей. С ребенком занимается логопед, дефектолог, специалист по развитию музыкально-двигательного тренинга. Что это такое? Идет развитие общей мелкой моторики, развитие голосовых, вокальных данных. Кони? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. И построили домик! Которые помогают ребенку в развитии их способностей, которые помогают ребенку социализироваться и адаптироваться среди взрослых и детей, потому что ребенок должен уметь общаться как со взрослыми, так и с детьми. Мы копытцами стучали. Какой ехать? Морской еж! Молодец, Маша! Лёва, ищи колбаску давай. Вот у Маши какой. У Маши какой осьминожка, смотри-ка. Маша сделала? Вот, давай. Смотри. Отлично, теперь соединяй. Вот мне кажется, эта колбаска еще коротковата. Покатай еще. Длина на этой картинке из 4 лишний. Кто тут нарисован, называй? Посуда. Не посуда, а что такое стол? Вещь. Металл. Мебель. Металл. Это кто? Корова. Корова. Так, чья это мама? Думаю, что наш центр справедливо называется «Солнце», потому что мы практически из каждого ребенка делаем звезду. Сика. Либо. Давай читаем. Ша. Это. Посуда. Посуда.